Чтобы дать старт новой автомобильной рубрике на наших каналах, мы решили проверить, во сколько обойдется зимой содержание машины в чистоте и как долго машина сможет оставаться чистой в условиях города. Взяли самый обычный автомобиль – ВАЗ-2114 синего цвета. Хозяин едет на нем ежедневно. Приехали на автомойку. Их в Ставрополе множество. Все они предлагают стандартные банно-прачечные процедуры. Средняя стоимость помывки хэтчбека, как нашего, 350 рублей. За это вам вымоют кузов снаружи водой и пеной, вычистят и отполируют салон. В зависимости от того, что вы попросите еще, мойка займет от 30 минут до часа. Мы помыли машину в понедельник, сегодня пятница. За 5 дней обычной эксплуатации, с работы на работу, домой и по магазинам, она приняла вот такой вот довольно лихой вид. Погода в Ставрополе была в эту неделю неплохой, сухо и без осадков. Но все же за 5 дней машина успела основательно покрыться грязью. В следующий понедельник снова на мойку. За 4 недели машину заправили на 1800 рублей. Если прибавить к этому мойку раз в неделю, зимнее содержание автомобиля обойдется в 3 с лишним тысячи рублей в месяц. Конечно, вы можете помыть машину просто так, на улице с помощью ведра и тряпки, но это вряд ли получится так же хорошо, как на автомойке. В следующий раз мы расскажем о том, как правильно прогреть машину перед поездкой. Алексей Форсиков, Автобюро.